Всем привет, вы на канале Вовчик. Привет, друзья, мы с Вовчиком сегодня в Роблоксе. Решили попробовать еще раз поиграть в игру с акулой. Мы хотим, чтобы мы были в этот раз не акулой, а человеком. Может быть, там повезет? Да. Давай, начинаем. Итак. Я, кстати, начал с Хэллоуин. Хэллоуин? В Роблоксе отмечают Хэллоуин, ребята. Вы отмечали Хэллоуин? А еще вот. Сколько кораблей нам появилось. И уже вот какой-то. У меня есть дробовик. Да? Вот какая. Вот это мне доступна акула. Ты можешь быть такой акулой? Угу. Здорово. А не вот такой странный. Ну там еще какие-то глаза красные. Да, вот и акула. Ну все, давай начинаем играть. Так, что нужно сделать, чтобы игра началась? А мы только зашли, а нас не пустили. А нас еще не пустили, мы не успели немножко, ребята, загрузиться. Поэтому пока полюбуемся видами красивыми, да? Мы начали акулой. Так, это что? Ух ты! Это мы за ней можем наблюдать. Смотри, какие у нее зубы страшные. Она на самом деле не страшная, чем наша. Серьезно? А я бы испугалась такой акулы. Так, что еще тут можно увидеть? Ну, смотри, она выглядывает. Да. Вовчик насобирал 209 зубиков. Что они дают, я пока не знаю. Думаю, скоро мы узнаем. Так, а вот это вот время тикает, это сколько осталось до следующей игры, да, получается? Вот, смотри, секунды идут. Это до следующей игры, получается, столько осталось? Вот, да. Смотри, какой водопад красивый. Угу. Ну, конечно, если сравнить с нашим предыдущим видео по этой игре, там просто темная-темная бездна. Здесь все-таки немножко покрасивее, поинтереснее. Вовчик, убери уже это стражилище. Давай что-нибудь другое посмотрим. Нет. Ты хочешь маму совсем напугать? Мне нравится напугать. А мне что-то она не очень нравится. Так, теперь нам осталось с тобой дождаться. Слушай, а почему, когда мы играли в игре, невозможно было так посмотреть, как просить, чтобы было? Это потому что там не было Хэллоуина. А, это только Хэллоуин такой? Где какой кораблик плывет? Это не кораблик. А что это? Я не знаю. Бомба? Не, не бомба. Посмотри. Бомба. Мама оказалась права. А когда я плыл, ее ударил, она не взорвалась. Да? А там, смотри, тоже какие-то бомбочки плавают. И в нее врезался, она не взорвалась. Ясно. А вот если на эту уточку нажмем, что будет? Уточка? Ага. Опа. Понятно. О, все, время закончилось. Опа. Сейчас будет игра. Привет, так. Привет. Акула была убита. Ждали, да? Сейчас будет происходить выборка. Дай, можно еще кому-то присоединиться? Долго загружаемые, все как долго загружаемые. Это мы выходим, да, на уровень? Нет. А куда это мы полетели? Опа! Опа! Здесь есть! Все, начинается выборка, да? Нет? Вовчик, я ничего не понимаю. Так, вот это точно я знаю, что выборка. Так, надеюсь, мы не будем акулой. Нет, мы не будем акулой. Ура, ребят, мы не будем акулой, нам повезло. Так, давай выбирай, что нужно выбрать. Присоединиться к кому-то? Надеюсь, кто-то придет. Это столько много людей будет на такой маленькой лодочке? Нет. Опа! Все. Мы покинули лодку? Угу. А почему? Потому что я почему-то... Я смотрю в телескоп. Ну что, жалко-жалко, готова умереть? Вовчик выходит на охоту. Берегитесь, акулы. Я буду неосторожен. У меня же есть ружье. Вот жалко. Какая
какое страшилище. В прошлый раз мы были такое вот страшилище. Нас пытались убить, и нас все-таки убили. Наверное, такие же отважные игроки, как Вовчик. Но иногда может акула победить. Ну да, конечно, все лодки разобьет. Смотри, сколько у тебя помощников, да, писем, твои ребята. У меня вообще-то крутой уже. Где эта акула? Вы что, не понимаете, куда ехать? Вау! А кто за рулем, кстати говоря? Понятно. Так, ну что, где акула? Понятно. Подай глазу! Да. Газуй давай, газуй. Сколько времени? Так, он в Москве не показывает. Посмотри, бомба. А если наш корабль на бомбу наплывет, он взорвется? Эй, ты куда? Он куда спрыгнул? Он в костюме? Нет, вон его, в одежде. Понятно. И обратно запрыгнул. Так, ну, судя по всему, акулу не нашел. Да? Бусти! Ты что? Труди собрался. Акула! Ловить! Че, до свидания, Лука. А где твое ружье? Я ее положу в свой карман. Ага, понятно. Вот. А где акула-то? Может, нужно правда нырнуть, чтобы ее найти? Все, до свидания. Как до свидания? Ты пошел плюнуть. Сматриваемся в бездну, ищем акулу. А как ты без ружья-то поплыл? А, ружье. Как оно будет в воде стрелять? Ты ее можешь взять? Нет. Непонятно, как Вовчик собирается ловить акулу. Ну, мама на ее ловит. И она же взорвется. Нет. Ну, как нет-то? Это же опасно. Ой, давай, давай. Решили поохотиться, в итоге не можем найти добычу. Это что такое? А, нет. Нет, я испугалась, думала, это акула появилась. Господи, у нас так лад. Ты его взял? Нет. Не успел? Нет. Так, ну что? Вот и есть такой. О! Не пускаю. Бомбочки из хуина, да? Мама! Ну и? Где акула, ребята? Вот там. Вот это фото. Нас кто-то бьет! Да-да-да-да! Нас кто-то бьет? Как это? А кто нас бьет? Не знаю. Так спасайся, давай, стреляй, у тебя же ружье. Надо выплывать! Выскорь! Это мы на части. Вот так вот, ребята, кто-то нас побил. Акулу мы так и не нашли. Да, Вовчик? И не убили. И не убили. Ну, попробуем еще раз в следующий раз записать вам поучительное познавательное видео, где мы все-таки найдем акулу. Ну, мы вам ее показали вначале, такую красавицу зубастую, да? Давай на этом мы остановимся. Говорим ребятам спасибо всем, кто нас смотрел. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока.